Lesson 31. Урок 31. 31. 31. Mrs. Dale is shorter than her husband. Mrs. Dale ниже, чем ее муж. Mrs. – это сокращение, сокращенное обращение к замужней женщине в Англии и Америке. Shorter – ниже. Прилагательное short переводится короткий или низкий. Но когда добавляется вот такой суффикс er к прилагательному, это уже получается сравнительная степень прилагательного. Переводится ниже. Than – это союз, который переводится чем. Ниже чем. Shorter than. Соответственно, может быть colder than – холоднее чем. Hotter than – жарче чем и так далее. Husband – муж. Who is Mrs. Dale? Кто Mrs. Dale? She is Mr. Dale's wife. Она жена мистера Дейла. Mr. Dale and Mrs. Dale have two children, a boy and a girl. У мистера и миссис Дейл двое детей, мальчик и девочка. The boy's name is Jimmy. Мальчика зовут Джимми. The girl's name is Polly. Девочку зовут Полли. Who is older, Jimmy or Polly? Кто старше, Джимми или Полли? Вот снова сравнительная степень прилагательного. Old – это старый, older – старее или старше. В данном случае старше, потому что речь идет о возрасте. Снова суффикс er добавился к прилагательному old, и получилась сравнительная степень. Older – старше. Кто старше, Джимми или Полли? Polly is older than Jimmy. Полли старше, чем Джимми. Older than – старше, чем. She is 13 years old, while Jimmy is 7 years old. Ей 13 лет, в то время как Джимми 7 лет. Новое слово while – пока, в то время как. Polly is 6 years older than her brother. Polly на 6 лет старше, чем ее брат. Is Polly tall or short? Polly высокая или низкая? Новое прилагательное. Tall – высокий. She is short because she is a little girl. Она низкая, потому что она маленькая девочка. Who is taller, Jimmy or his sister? Кто выше, Джимми или его сестра? His sister is taller than he. Его сестра выше, чем он. Снова taller than, выше, чем. What has Polly? Что есть у Полли? She has 5 rabbits. У нее есть 5 кроликов. What color are they? Какого они цвета? Her rabbits are as white as snow. Ее кролики белые, как снег. Новое слово. Snow – снег. Jimmy has a puppy. У Джимми есть щенок. Its name is Rumbo. Его зовут Румбо. Mr. Dale has a dog too. У мистера Дейла тоже есть собака. His dog's name is Rennie. Его собаку зовут Ренни. Rennie is a very clever dog. Ренни – очень умная собака. It is brown with a short tail. Она коричневая с коротким хвостом. Mr. Christian is as tall as a high wall. Мистер Кристин такой же высокий, как высокая стена. Новое прилагательное high тоже переводится высокий, как и tall. Но разница в том, что high – это то, что изначально высокое. Например, забор, гора, здание, дом и так далее. А tall – это то, что из маленького превратилось в высокое. Например, человек, растение, дерево, куст, цветок и так далее. То есть то, что выросло, изначально не было сразу высоким.
Has Mr. Christian a wife? У мистера Кристина есть жена? No, he has not. Нет. What is Mr. Christian? He is a doctor. Кто мистер Кристин по профессии? Он врач. Слово what переводится что или какой. То есть, если дословно перевести, предложение, получается, звучит как что есть мистер Кристин, но мы переводим кто мистер Кристин по профессии. То есть, разница в who is Mr. Christian и what is Mr. Christian в том, что когда мы задаем вопрос who, мы интересуемся, кем человек является по жизни, кому он приходится, кем в семье и так далее. А вот когда мы задаем вопрос «What is Mr. Christian», например, ну или кто-то другой, мы интересуемся именно его родом деятельности, чем он занимается в жизни, чем он зарабатывает на жизнь. То есть «What is Mr. Christian?» Кто мистер Кристин по профессии? «He is a doctor». Он врач. «Who is Mr. Christian?» А вот теперь просто «Кто мистер Кристин?» «He is Lily's father». Он отец Лили. «Has Lily a mother?» У Лили есть мама? No, she has not. Нет, нету. Who is Sam? Кто Сэм? Sam is Lily's brother. Сэм – брат Лили. How old is Sam? Сколько лет Сэму? He is 10 years old. Ему 10 лет. Sam is 6 years older than Lily. Сэм на 6 лет старше, чем Лили. Sam is not so tall as his father. Сэм не такой высокий, как его отец. What has Sam? Что есть у Сэма? Sam has a monkey and a donkey. У Сэма есть обезьяна и осёл. The monkey's name is Cheetah, and the donkey's name is Kiki. Обезьянку зовут Чита, а осла зовут Кики. Sam's monkey is very funny. Обезьянка Сэма очень смешная. Is Lily as tall as Jimmy? Лили такая же высокая, как Джимми. No, Lily is not so tall as he. Нет, Лили не такая высокая, как он. She is shorter. Она ниже.